Всем привет! Вы на канале Унака. Меня зовут Татьяна. Сегодня не планировала снимать видео, но ювелир привез мне сережки, гвоздики. Это очень необычные сережки. Если кто-то видел такие, напишите мне. Я такие видела, но это тоже его работа. Это вот вторые такие. Можно и кольцо такое заказать. Вот таким образом они выглядят в профиль. Астрохризантема, ежик с камешком. Камешек хоть и малыш, но бьет в глаз. Я люблю вот эту застежку. Она простая, но довольно-таки надежная. Работу считаю довольно-таки необычной. Недостаток нашего дорогого ювелира в том, что делает долго, но я как-то могу ждать и умею, потому что оно того стоит, это ожидание. Хочу вам показать еще одну работу этого же мастера. Тоже ручная работа, серьги с подвесной частью. Вот он разные абсолютно делает вещи, у меня не так много его работ. Но если сделать обзор его работ, то заказы пойдут со всех стран мира. Надо, наверное, мне заняться с ним, этим бизнесом. А то что-то как-то он пробуксовывает, и я вместе с ним. Это вот тоже одна из его работ. Делает разные абсолютно вещи. От самых простых до самых сложных. Вот эти вот простые вещи. Но это вот тоже вещи ручной работы. Все вот эти клепки сделаны, пайкели, все сделано вручную. Ну и вот, конечно, к этим ежикам заказать бы вот подобное кольцо. Это тоже делал он, вот это кольцо. Вот эти вот ежики вот троекратно бы посадить или поперек, или повдоль, и будет очень оригинальная модель. Надо вот намекнуть товарищу, потому что гвоздики эти можно, конечно, сочетать, но хотелось бы вот таких вот ежиков и на пальцы.